Последние приготовления за кулисами. Все волнуются, но вида не подают. Театру юного зрителя «Самарт» 85 лет. Тут вот ходят практически все мои ученики, потому что даже, начиная от Димы Добрякова и Игоря Рудакова, которым сейчас, они такие большие детки, мне уже по 45 лет, и большая часть труппы – это мои ученики, поэтому, в семье, да? Это как в семье, это как дети. Они же кто-то называет папой, кто-то называет учитель, кто-то как-то. И поэтому, конечно, хочется пожелать, чтобы у всех было очень спокойно на душе. Актеры готовятся ни много ни мало вращать землю. Спектакль-концерт с таким названием подготовили юбиляры для своих зрителей. На творческом вечере звучат песни из давно полюбившихся спектаклей «Самарта». «Мамаша Кураж», «Бумбараш» и «Опять цветет акация». Кто готов перейти? Большой зал «Самарта» с трудом вмещает всех желающих поздравить коллектив с праздником. Среди гостей именитые актеры, журналисты и, конечно, представители областных и городских властей. Ваша работа позволяет влиять на тот уровень культуры, который существует у нас в Самаре. Все мы хотим, чтобы рост, чтобы эта культура неуклонно росла и повышалась, потому что от того, насколько человек культурен, насколько интеллигентен, зависит в целом, наверное, обстановка в городе, в области, в стране. Понимаем, что следующий юбилей мы точно будем отмечать в новом здании. Новый зал уже практически готов. В следующем году он должен начать работать уже на полную мощность. И я думаю, что возможностей для постановки еще более интересных, еще более знаковых спектаклей прибавится в театре. Актеры, да и зрители давно мечтают перебраться в новое здание. По проекту в зрительном зале планируется сцена «Трансформер». Театр – организм живой и развиваться должен с каждым вздохом. Мы думаем, что это как раз просто той самой зрелости, уже которая сложилась в коллективе за многие-многие годы. И прежде всего благодаря тем поколениям, которые прошли эти грозные и 40-40-е, довоенные годы. По человеческим меркам 85 – солидный возраст. Для театра же лишь ступень в творческой жизни. Смелых планов у «Самарта» предостаточно. Актеры обещают порадовать новыми спектаклями уже в 20-х числах декабря. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События.